Всех приветствую! Получил очередную посылку с интернет-магазина Spinning Line и сейчас проведу распаковку, анбоксинг этого заказа. Так, вот такой вот у меня получился заказ. Ну и давайте более подробно о всех позициях расскажу. Взял в очередной раз вот такие вот груза. Это у нас отводы. Отлично. Эти груза подходят при ловле на отводной поводок. Использую, как правило, 12 и 14 граммовые в своих условиях. В пачке у нас находится 5 штук. Имеют они вот такую вот изогнутую форму. И отлично проходят по различным каменистым буровкам и тому подобное. Отличные груза, ну и стоят довольно-таки меняемых денег. Также взял резину от компании Relax. Это хорошо известный всем турбо-твистер. Взял в цвете 18, то есть он вот такой вот шартрезный цвет. Приманка это у меня имеется, наверное, в 5 расцветках. Ну вот еще взял в шартрезном. Думаю, что щука оценит. Очень классная приманка. Очень давно ее хотел заказать. Это Reins Big Get Ringer. Имеет длину она 8 дюймов, то есть 15 сантиметров. Это длинный такой вот черви-твистер, который имеет довольно-таки длинный хвост, ну и длинное тело. Взял в цвете машинное масло с золотыми блесками. Думаю, что данный черви-твистер меня удивит при ловле щуки. Буду пробовать его и летом, но в основном взял с прицелом на осень. В пачке находится 10 приманок. Также из продукции Reins, фирмы, которая славится своими уловистыми силиконовыми приманками, я взял модель Curly Curly в размере 4 дюйма в цвете машинное масло с красными блесками. То есть, опять же, приманка имеет достаточно длинное тело и твистерный хвостик. В пачке находится у нас 15 приманок. Также приобрел резину компании Select. Твистер Relax в размере 1,6 дюйма, то есть 40 миллиметров. Отличный твистер, недорогой, отлично работает как и на шарнирном монтаже с чебурашками, так и при ловле на отводной поводок. Великолепно ловится на него окунь, ну и периодически также щука ловится на данную приманку. Очень мне нравится ловить на пассивные различные приманки, и одними из фаворитов у компании Select у меня являются их личинки стрекозы. Это Chica X и вот обычная Chica. Chica X бывает в двух размерах, это 1,6 и 2 дюйма. Взял по пачке в своем любимом цвете, это 0,85 цвет, это машина масла темное. Ну и также взял Chica в размере 2 дюйма в 888 цвете. Также очень рабочий и уловистый цвет. Ну и кто ловит на море, отлично знают вот такие вот коробки от фирмы Meiha. Это коробки, предназначенные для хранения различных силиконовых приманок, которые у нас находятся в соусе. То есть это и маракуйя, и берклинный рейс, например. Данная банка имеет белый цвет, она самая крупная в линейке
и отлично подойдет для довольно-таки длинных приманок. То есть можно видеть, что коробка сделана в Японии. Отличная коробка есть у меня в промежуточном размере. Вот, использую уже несколько лет, и никаких нареканий, великолепные коробки, банки, советую обратить на них внимание. Вот такой вот получился у меня небольшой заказик со спиннинглайна. Всем спасибо за просмотр, всем пока!